Здравствуйте, мои друзья, это продолжение прохождения американской кампании. Сейчас мы будем захватывать близ лежащий город. Регину захватили русские, которые уже хорошо устроились на острове. Мне же со своим отрядом и с танковой поддержкой надо будет его захватить. Если хотите, можете прочитать дневник моего героя и советы ведения боя. Поставьте на паузу и почитайте, если хотите, конечно. Ну что ж, пожалуй, начнем. Будем действовать как и в прошлой миссии. Она тоже несложная, так что можно и пробиться в одиночку. Пока мой отряд дойдет до деревни, я уже всех разгромлю. Unknown. Target 500. All move to tree. 12 o'clock.
Contact! Aim! Engage! Soldier! 1 o'clock. Soldier, 200. Soldier, it's history! Aim! Target, soldier! 1 o'clock. Enemy, soldier, 200. Unknown. Soldier, 200. I've got him! Target man! 4! Supporting Abrams! 1 o'clock! Soldier, it's history! 1 o'clock! AT soldier, 200! Three! Engage, soldier! 9! Engage, soldier! 7! Engage, soldier! 2! Engage, soldier! Engage, soldier! 5, 6, 10, target soldier! 4, engaging! Oh no! 8, is down! 10, 3, is down! 5, engage, soldier! I've got him! 5, engaging! Listen up, Alpha Squad! We need to cover the village now! Get yourselves in position! Out! All! Move to counter! 12 o'clock! 9. Negative. Target soldier! 10, Foxtrot, Alpha, 8, 1, soldier, 50. Soldier, it's history! Так как я русский, мне больше по душе АК-47, чем М-16. С ним как-то приятнее, что ли. Soldier! Soldier, it's history! 10, engage, man! 10, fall back into formation. Clear! All! Don't you 3, 5, 3, 6! We have T-80 tanks incoming from the south. Retreat immediately. Repeat, retreat immediately. Out. На нас наезжают 4 Т-80. Нам не спастись, даже не пытайтесь сопротивляться. Я, конечно же, хочу посмотреть на эти танки, они такие красивые. Q,
10, return to formation. Contact! Эта игра очень реалистична, кроме графики, конечно, а вот время бежит, как и в реальной жизни, но, к счастью, для долгих походов в этой игре можно ускорять время в 2-4 раза, это сильно помогает. Supporting AT soldier, 9 o'clock. Вот они едут. Ну посмотрели и хватит.